Она грибы сегодня ела просто. Какие-то подозрительные. Панцета снег. Шучу. А Эмиль просто не предупреждает, что начал снимать. Всем привет! А у нас сегодня продолжается высадка. Покажи, Эмиль. Сегодня мы подготовились. Эмиль вчера накопал ямы. Мы добавим... У нас три ряда фруктовых деревьев. А теперь будет четвертый ряд. Сегодня мы, конечно, купили... сколько мы? Шесть взяли? Да, шесть деревьев. Шесть деревьев. Мы еще хотели хурму. Две хурмы, два граната. Ну, да. Сказали, лучше осенью. Типа там какой-то сорт у женщины будет лучше. У нее есть гранат, но она стала осенью посадить. Я дам другие сорта. Так что, Эмиль, пару ямочек придется тебе закопать. Да, надо закопать. Будет три ямы закапывать обратно. Так что у нас как-то так. Мы взяли персики, да, по-моему? Один персик купили, один он нам в подарок, да, отдал? Потом яблоню. Яблоню и абрикос. И вот сливу, да, правильно взяли? Да. Давай абрикос сначала вон туда в край посадим, места много будет. А, да, синей веревочкой, чтобы ты не забыла. А это тогда мощный? Это персик. А мне кажется, это абрикос. Нет, это персик. Ладно, вырастет, посмотрим, что это. Ну, похож на персик. Крупное дерево. Пошли абрикос вон туда сажать. Наш вон абрикос никак не разрастется уже столько лет ему. Лет 8, наверное, да, или 7. Ну, может, мы чипим его? Не, вернее, он растет-то растет. Но на нем 2 года, не, лет 3 вообще, он ничего не этот. А, и вот уже года 2, штучки 5. Конечно, крупные абрикосы. И вкусные. Ну, всего 5-6 штучек. Ну, сегодня мы вчера с Эмилем считали, в этом году их там 10. Ну, плюс-минус, может, где-то еще спряталось. Будешь руками засыпать? Давай я буду держать. Надо замерить прививка, чтобы была. Вот она. Ну, а ты так туда такую мощную яму накопал? Лучше мощную. Лучше мощную. Так, возьми вон лопату, она там вон в яме лежит. Что, подсыпь немного. Я раскопал, ты закапывай. Мы вчера с Эмилией раскапывали. Еще и 3 лишние раскопали. Сказала, 9 деревьев купил. Зря копали. Может, ты будешь что-то мне сегодня не получается брать? Давай, давай. Труд из обезьяны человека сделал. Я уже человек. Мы с Эмилией самую тяжелую работу сделали вчера. Твое дело просто засыпать. Давай. Короче, ладно, я выключаюсь, сам засыплю. Первый ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. И две черешни там, да, Эмиль? Да, две черешни там. 23 и плюс 25 деревьев у нас, Эмиль. Еще вот мы хотим две хурмы и два граната купить. Но сегодня продавец сказала, что желательно у нее будут хорошие сорта осенью, поэтому будем ждать осенью. А что у нас растет? Давайте расскажем. Такая это ведрюга, да? Это фундук. Но тоже что-то у нас. Да, фундук вообще не плодоносит, столько лет растет. Пару лет надо, чтобы он
самолет сейчас. Истребитель, вернее. Тишину этот. Короче, может, надо кто-то почитать ими. Ну, там мальчики, девочки, сказал же, да. Он как-то должны. Фундук. Осенью нужно будет эти сережки. Два года ему или три? Три года. Три, но вот еще ни разу не плодоносил. А вот груша у нас прям в этом году усыпана. Красотка такая она. Красотка. Она плодоносит хорошо у нас. Да, но единственное, не крупные. Да, потому мелкие. Что, конечно, надо... Прорежать нужно. Прорежать? Ну, не знаю. Это нектарин у нас. Это тоже нектарин. Давал пару раз плоды. Ну, парочку было. Но мы их недавно. Он из недавних. Да. Это груша, другой сорт. Ну, вот мы ее еще одна была в том году. Потому что она была из молодых. Ну, такое мощное дерево. А на вкус, не знаю, посмотрим. Вот она наша. Давай, надо с ней, наверное, поговорить. Дорогая наша, когда ты нам начнешь плоды приносить, мы будем наслаждаться вкусом. Вот наша абрикос. Ну, купили мы сегодня абрикос новый. Посмотрим. Это слива. Это яблоня у нас. Семеренко. Я ее покосила. Это у нас яблоня. Гольден. Гольден, да. И это гольден. Это бедная, когда мы были в Узбекистане, ветка у нас сломалась. Прям центральная еще. Так что не знаю, что будет теперь. Но что-то будет. А это наш один из первых наших персиков. Ну, персики на нем очень вкусные. Про остальные деревья мы еще ничего не знаем толком, да? Ну, крупный и сладкий. Да. А вот... Тоже персик. Да, у нас больше персиков. Персиков, да. И вот яблони. Это тоже персик, персик. И три яблони подряд. Ну и сегодня мы посадили грушу. Как урожай начнем собирать? Что будем делать с урожаями? Продавать. Кому будем продавать? Маме дадим, папе дадим. Ну да. Ой, маме, папе, говорю, родителям. Гостям будем давать, да? Главное, чтобы плодоносило. Угу. Давай поливать, наверное. Давай. Что, мне шланг тянуть? Ну, у нас такой аромат. Соседи шашлык жарят. И мы, вроде мы на днях ели, а хочется. Всегда, когда кто-то жарит, вкуснее пахнет, мне кажется. А когда ж сам пожаришь, две штуки съел и наелся. А когда аромат от соседей идет. Кажется, пошли к ним, гости думаешь, зайдем тогда. Те, кто приглашал меня. Так, а сказали, что уже как бы очень сильно тепло стало. Персик, да. Поливать. Чуть ли не каждый день сказали поливать. Ну, пока он новый, потому что мы только посадили. Вроде такой ствол толстый, а там посмотрим. Скучный у нас контент, наверное, да? То деревья сажаем, то в огороде копошимся, то кушать едим. Вот жизнь у нас там, гайвин, то копаем, то едим. Экшен нужен. Экшен нужен. Что сделать? Только если я тебя зацелую. Давай купим кроссовые мотоциклы и путешествовать начнем вдвоем. Это я буду бежать сзади, а ты будешь ехать? Нет, ты на втором мотоцикле будешь. Ой, ты сказал, что-то ты мне машину не даешь за рулем. Если так мотоцикл дашь, что, новую жену захотел? Мы тебе на автомате купим мотоцикл. На автомате такой есть, да? Да, мопед называется. Ты, наверное, новую жену захотел, молодую, красивую. Да, Емельян? Если молодые есть, пишите свои... Контакты оставляйте на почте для связи, которая у нас указана. Пошли, сейчас я так тебе дождик тебе сделаю. Глаза бы вы видели, и мне жалко, камера не будет сторона. Видишь, что захотел молодую и красивую. Так, еще побелим, да, их сразу? Да. Деревья. Вчера я вот те прошел. А еще хочу, Эмиль. Не знаю, что хочу. Хочу торт вкусный. Поехали, купим, да? Все в твоих руках, да? Иди, да. Готовь. Мне надо просто... Что, у меня сметана есть, яйца есть. Что мне надо? Так, как
это средство именно называется? Не знаю, там какая-то побелка была клеевая от вредителей. А как называется, я даже не знаю. Ты не умеешь красить просто. Просто сильно разбавил. Нет, я и так там превысил концентрат.